я скажу честно, я хотел дать орден мужества своей жене сегодня. 30 лет меня терпеть, я говорю, надо мне тебе орден дать. Она говорит, нет, еле меня уговорила. С моим характером меня терпеть 30 лет, конечно. Нам в январе будет 30 лет. Дал бы я ярдик, заслужила. Но она прям со слезами говорит. Люди, говорит, не поймут. Но чтобы люди знали, достойный человек –